Уже неделю я во всех деталях изучаю мотивы последней атаки Азербайджана. Об этом сказал депутат Тигран Абрамян. Это была детально просчитанная операция с политической, военной и региональной точек зрения. Власти Армении срочно реализовали политические требования Азербайджана на этом этапе. В военном плане азербайджанские войска переформировываются, перемещаются в направлении Карабаха, сжимая кольцо и усиливая давление. В условиях создавшейся военно-политической обстановки у правительства Армении уже нет возможности действовать, сделать шаг, даже если каким-то чудом возникнет такое желание. В этих непростых условиях окно возможностей может открыться только в случае смены власти в Армении. В противном случае Азербайджан готовит законные основания для перехода в Ереван и будет продвигаться вперед, насколько позволит ситуация, отметил армянский депутат Тигран Абрамян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.